Столичный полицейский разыскивает юного велосипедиста. Мальчик совершил столкновение с припаркованным «Шевроле Резо» и причинил ущерб владельцу. Дорожный инцидент произошел вечером 25 мая в Вежинском районе Сыктывкара. Школьник не справился с рулевым управлением и врезался в микровэн, который стоял во дворе дома 68 по улице Мира. В результате наезда кузов красного автомобиля получил повреждения. По факту аварии в ГИБДД проводится административное расследование. Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, силовики просят сообщить по указанным телефонам.